Наверное, сегодня скажу, что я довольна гонкой. Да, мне сегодня было тяжеловато на Кубках Абию. Мне было полегче все-таки. Но здесь уже совсем другой уровень. Другие люди, то есть это мировые лидеры. И к этой атмосфере все равно нужно привыкать. Так что я думаю, сегодня поставлю себе твердую четверку. Ой, вы да знаете, вообще замечательно. Такая поддержка. Бежишь, правда, ничего не слышно, но тебя постоянно поддерживают. И это двигает вперед. Вы знаете, когда зрители кричат, это совершенно... Смотря в какой концентрации ты находишься, все-таки все нужно концентрироваться на стрельбе, а не думать о том, что кто-то где-то выкрикнул. И спасибо, конечно, организаторам за такой прекрасный праздник спорта для зрителей, для спортсменов. Все очень запоминающееся и ярко. Ой, вы знаете, оказывается, здесь очень много моих знакомых, с которыми я раньше тренировалась, бегала, что должно радовать меня.